Более 650 человек из 17 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в марафоне-конкурсе «Долголетие в творчестве». Он проходил с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Церемония награждения победителей и участников дипломами, призами и подарками состоится 30 мая в ДК «Солнечный». В рамках закрытия будут организованы музыкальная гостиная, выставка изделий первых этапов, мастер-классы, а также торжественная часть и концерт. По итогам марафона определены 6 коллективов призеров и 9 призеров индивидуальных участников.